поела? Угу. Ой, только не надо молчать, сразу начинай. Чего ты? Ну, скажи, что я идиотка, сошла с ума, там, дебилка. Набор. А это поможет? А? Смотря, что ты будешь иметь в виду. Слушай, я хочу, чтобы ты хотя бы задумалась. Я могу задуматься, пожалуйста. У меня времени много. У мальчика нет времени. Ему нужна моя помощь. Я могу ему помочь. Я должна ему помочь. Кроме меня ему никто не поможет. Ты понимаешь, что это очень серьезно, понимаю. Ответственно. Я старая. Не время. Но у меня есть ты. Знаешь, я вот думаю часто. Может. Может, тебе порежу. Подожди. Дай сказать. Ну, говори, говори. Я вот думаю, что все главное в жизни уже произошло. Что больше ничего не будет? Да что такое? Вот у меня пунктик какой-то. Вот я хочу. У тебя не один пунктик. Да что такое? Ты дашь мне сказать или нет? Я все время хочу, чтобы ты была спокойна, уверена, чтобы у тебя все было хорошо. Ну, потому что, как ни крути, главное в моей жизни – это же ты. Понимаешь? Что бы ты ни решила, как бы тяжело это ни было, я всегда буду на твоей стороне. Хорошо сказал, да? Живешь с тобой? Конечно. Останови машину. Ты что, Жень? Останови машину. Где остановить-то? Машину останови! Жень! Жень, ты чего? Жень, подожди! Да подожди ты, Жень! Ну не виновата она. Тетка сказала, что адвокат у нее был слабый. Да ты радоваться должна, что мать нашлась. Да я знать ее не хочу. Жень, подожди, не горячись. Я сказала, не хочу, и дом мне ее не нужен. Жень. Я 5 лет в детдоме провела, меня никто за человека не считал. Жень, брось, а я? За столько лет ни разу не позвонила и не написала. Лучше бы она вообще умерла. Ну, пойдем. Спасибо. Ой, Валюша, не поверишь. Я опять рядом с ним. Правда, он в закрытой комнате. Меня туда не пускают. Сейчас у него карантин. Но он совсем рядом. Ой, Наташка, смотри. В Москве любят. Чуть что, сразу на улице. И никто с тобой здесь церемониться не будет. Да все понятно. Будь осторожна, ладно? Алло? Алло, здравствуйте, мама. Я вас не разбудила? Господи, Наташенька, доченька моя, куда же ты пропала, милая моя? Мы уж не знаем, что и думать. Не, я не пропала. Все хорошо. Я вот и звоню сказать, что у меня все хорошо. Я в Москве. Боря, Боренька мой, как? Хорошо. Я его покормила и уложила. Спит он сейчас. Наташенька! Доченька моя! Да вы не волнуйтесь. Я как-нибудь приду. Только как-нибудь потом. Скажите, а как Платон? Где он сейчас? Он не приезжал? Ну как не приезжал? Приезжал.
И как у него только сердце выдержало, как узнал он, что ты пропала. Да не пропала я, просто так надо было. Бореньку мне спасать надо. А где Платон сейчас? В деревню уехал еще вчера. Опять к этому Сильвестру. К нему. Ох, не слушал бы он его. Слишком большую власть он над ним взял. Сказали бы вы, мама, ему, а? Так он меня и послушал. Ищет он вас. А я как соскучилась по Бореньке. Привезла бы как-нибудь. Привезу, привезу. Только не сейчас. Нам сейчас к вам нельзя. Да знаю я, милая, знаю. И как ты с ним одна справляешься? Справляюсь, мам. Я сейчас только одна и справлюсь. Но я еще буду звонить обязательно. Все, пока. Целую. Передавайте Платону привет. Наташенька, Боречку поцелуй. Скажи, баба Майя скучает по нему, по ночам плачет. Спасибо. Ну что? Что, Надюш? Сейчас мама с папой, с дяденькой поговорят и выйдут. Тебя мама не бросит, она не такая, она хорошая у тебя. Пойдем? Значит, вашей собственной дочери год, да? Да, годик. Я вам сейчас ее покажу. Можно? Секундочку, похвастаюсь. У меня с собой фотография. Ну ладно. Ну, это невозможно. Смотрите. Ну вот это. Вот. Ну, какая прелесть. И мы хотим, чтобы в нашей семье появился еще и мальчик. Да. А двое немного? Обратно не принесете? Наймем няню. Как это делается-то? Да. То есть вы все продумали? Конечно. Да. Ну что, документы в порядке? Да, документы в порядке. Я думаю, что в установленные законом сроки вам будет выдано разрешение на то, что вы можете быть усыновителем. Ну, соответственно, наше направление в детское учреждение на поиск и знакомство с ребенком. Нам не нужно направление, потому что мы уже знакомы с мальчиком. Да. А как вам это удалось? По закону, без нашего разрешения вам не могут показывать, а вы не можете смотреть ребенка. Ну, по закону, да. Да, это мы знаем. Про закон знаем. Но все дело в том, что это все случайно произошло. Это... Нет, я понимаю, знаешь? Я понимаю, но, простите, у нас обширный банк данных детей, оставшихся без попечения родителей. Да, мы знаем, что много брошенных детей, но нам нужен только этот мальчик. Простите мое любопытство, а почему именно этот? Вы знаете, этот ребенок тяжело болен, и вот одна из наших целей, так сказать, добиться полного его излечения. Да, так это что... в наших силах. Мы сможем. Угу. Потрясающе. Ну вот, нам поэтому и нужно все это сделать как можно быстрее, потому что ребенок нездоров, вылечите как можно скорее. Ну, за это можете не волноваться. Так, нам надо договориться о каком-то дне, когда я смог прийти к вам домой и посмотреть условия, в которых будет жить ваш усыновленный ребенок. Это в любое время. Я всегда дома, так что к вашим услугам. Как только есть свободная минуточка, сразу ко мне. Ну, постараюсь побыстрее выбрать время. Спасибо. Ну, вот. Мы можем идти? Да, конечно. Спасибо. Пойдем. До свидания. Всего доброго. Этот опекун еще мне тогда не понравился в поликлинике. Не обращай внимания. Ну как? Работа такая у них. Большая ответственность. Какая ответственность? Ты что? У него на лице написано. Дайте денег. Дайте денег. Я вам вашего ребеночка, мальчика, завтра принесу на руках. Это вообще другая тема. Нет, это одна и та же тема. Это тема вековая. Не подмашешь, не поедешь. О, а вот и наши. Боже мой, боже вот мой, боже мой. Моя ты маленькая. Ну, не за что. Я все сейчас хорошо. В отпуске, а Никитка в детском саду. Да, да. Ну что, отвезти вас или вы пешком пойдете? Пешком пойдем. Пешком пойдете? Да. Ой, 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 ой. Ну пока. Пока, пока. Ждем. До свидания.
Вы что-то забыли, Никита Петрович? Да, да, я забыл сказать вам, предупредить, что вот этот ребенок, о котором мы с вами говорим, ни в коем случае не должен оказаться в этом вашем банке. В банке детей, оставшихся без попечения родителей. Ну да, 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 в нем. Видите ли, Никита Петрович, это очень сложный вопрос. Я вам уже говорил, по закону вы даже не могли видеть ребенка до рассмотрения ваших документов. Я это знаю, я это слышу уже. Да. Но чтобы не было никаких неожиданностей для нас в решении этого вопроса, вы можете рассчитывать на щедрое вознаграждение. Лично от меня. Но в противном случае я вам просто морду набью. Ну, скажем, за то, что вы так дерзко разговаривали с моей женой. Кстати, вы ей очень не понравились. Я ее чутью доверяю. Так что выбирайте. Что и говорить. Головокружительная перспектива. Ну да. О нашем разговоре моей жене ни слова. Пожалуйста. Хорошо. Ну, вот и хорошо. Я тебя понимаю. Нет ничего страшнее оказаться в сиротском аду. Надо сейчас успокоиться, во всем разобраться. В чем тут разбираться? Если бы она меня любила, я бы не жила столько лет одна, думая, что она умерла. Наверное, у женщин была причина, чтобы так поступить. Ну, я имею в виду бабушку, маму. Надо встретиться с мамой. И что я ей скажу? Здравствуй, мама, почему ты так поступила? Почему не писала мне? Я тебя буду учить, что тебе говорить. Сама мама. Найдешь, что сказать. Здравствуйте! Бог в помощь! Тебе не хворать, а кто не узнаю? Дронов я, Платон, с Александровки, сосед ваш. Племянницу Валентину вашу ищу. А что это ты ее здесь ищешь? Она в Москве. Знаю, знаю, что в Москве официанткой работает. А где, в каком? Может, адрес подскажете? Не знаю ничего. Иди себе, парень. Матушка, вы поверьте, мне же очень надо, я худого ей не сделаю. Кто тебя знает? Иди отсюда. Здравствуй, красавец мой. Здравствуй, моя лапочка. Да ты мой сыночек. Да ты моя лапонька. Боренька, привет. Да? Ты уже соскучился по маме. Наверное, думаешь, что я тебя бросила. Нет, нет, не бросила. Я сейчас тебя покормлю. Соскучился по мамочкиному молочку, да? Помоги, Христа ради, чтоб тебе никогда не болеть, твоим детям никогда не болеть. Ну, дяденька, ну, пожалуйста. Мы прокапываем ему все необходимые препараты, рекомендованные кардиологами Института педиатрии. Разумеется, это не лечение. Так, поддерживаем сердечко.
Его надо срочно забирать отсюда. Это невозможно. Без решения суда нам его никто не отдаст. Надо ждать. У нас нет времени ждать. Хорошо, давай поедем, узнаем, какие есть возможности. Что там? Дронова, не спи. Да-да. Ну что, я смотрю, условия у вас очень хорошие. Угу, спасибо. У нас еще загородный дом замечательный, просторный. Да-да, Анна Павловна, помню, вы говорили. Да. Вы говорили. Присядьте, пожалуйста, на минуточку, мне надо с вами поговорить. Если можно, конечно. Да. Господин Бекон. Да, можно, Эдуард Геннадьевич. Да. Ну что, Эдуард Геннадьевич, мы хотим ребенка себе забрать до суда. До суда? Я думаю, это будет непросто. Я понимаю, что будет сложно, что будут какие-то проблемы, но мой муж узнавал, что существует такая практика, когда вы детей отдаете в семью, в которой они потом будут жить, ну, как бы в гости для знакомства. Ваш муж очень инициативен, Анна Павловна. Да, он прав. У нас есть такая практика. Мы отдаем детей в семью как бы на адаптацию. Правда, это касается детей более старшего возраста. Какая разница? Разница огромная. Если с подкидышем что-то, не дай бог, конечно, случится, то вся ответственность пойдет от плеч нас, то есть опекунов. Я понимаю. Ребенок серьезно болен. Ему необходима операция. Вы эту операцию делать не будете. Тут вопрос жизни и смерти. Вы не волнуйтесь. Я думаю так, что нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить полюбовно. Спасибо. Ну, договорились, да? Как можно быстрее ребенок у нас и вот эти вот финансовые наши дела будут тут же удовлетворены. Деньги будут у вас. Ну что ж, до свидания. До свидания. Я подержу. Одевайтесь. Может, пакетик дать? Желаю здравствуйте. До свидания. Всего хорошего. Клавдия Егоровна, я ничего не понимаю. Мальчик здоровый, прибавляет в весе. Но он совсем ничего не ест. Прям чудеса какие-то. Нина Авдеевна, я уже 40 лет в медицине и ни в какие чудеса не верю. Всему есть причина. А тут еще усыновительница эта. Каждый день ходит как на работу. Скорее бы уже забрала, что ли. Заберет, когда суд решит. Пришел, Платуша? Пришел. Ешь. Наталья больше не звонила? Нет. Мама, я прошу вас, только вы от меня больше ничего не скрывайте. Если она его врачам отдаст, они же его погубят. Бедный мой сынок, совсем запутался. Не запутался я. Мама. Я свет увидел. Молитвы брата Сильвестра нам с Наташей Бореньку подарили. Его же молитвы Бореньку от хвори спасут. Да если надо, я за него убить готов. Пусть только попробует. Пальцем тронуть.
здрасте, Наталья Александровна. Разрешите? Здрасте. Я, извините, сейчас не могу. Я на работу опаздываю. Ага. Странно. А вы судьбой вашего сына больше не интересуетесь? Ну, а что мне к вам ходить? Ну, в самом деле, только расстраиваться. Я думаю, вот вы найдете, вы мне ведь скажете, да? Ага. Ну, да. Скажите, а муж ваш вернулся? Нет. Нет, у него вахта еще не закончилась, я же вам говорила. Вы извините, я сейчас не могу, у вас все? На вахте. Вы простите, я просто очень опаздываю, извините. Ты что тут делаешь? Я ничего, Нина Авдеевна, я дверью ошиблась. Эдуард Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Анна Павловна. Прошу садиться. Спасибо. Ой, что-нибудь случилось? Я сегодня был в суде, и мне дали понять, что они намерены объявить принудительный розыск родителей нашего подкидыша. Суд будет отложен. Да вы что? Вот это да. Надолго? Думаю, не менее полугода. Да вы что? Но, может быть, в связи с этим стоит повременить с переездом мальчика к вам? В смысле? Ну, в том смысле, вы найдете врачей, оплатите операцию мальчика, Бог даст, вылечит. А суд найдет родителей, его придется отдать. Ну и что? Пусть. Вы, наверное, не понимаете? Я от этого мальчика не откажусь. Я когда его увидела, а потом, когда я услышала, как он плачет, я не дышать, не есть, я жить не могу. Понимаете? Ему должны сделать операцию. Я чувствую, что только я одна могу помочь, понимаете? И не волнуйтесь, я помню, о чем мы с вами договаривались. Я все собрала и мужу ничего не сказала, потому что если бы я ему сказала, то ни мне, ни вам, особенно вам, не поздоровилась бы. Вот, пожалуйста. Берите. Завтра же можете перевести мальчика к себе. Я подготовлю необходимые документы. Спасибо. Я очень вас прошу. Я вас прошу, заберите деньги. Не надо. Не надо, я вел себя мерзко. Простите, простите, возьмите. Не надо. Простите меня. И вы меня тоже извините. До свидания. До свидания. Ну, давай рассказывай, что ты делала в карантине. Я ничего не делала. Я просто дверью ошиблась, заблудилась. Честное слово, я не туда сошла. Честное слово, такого больше не повторится. Пожалуйста, не выгоняйте меня. А то, что найденыш этот перестал нашу смесь принимать, как только ты тут появилась... Это ты как объяснишь? Я не знаю. Докормила она его. Что ж я, девочка, не понимаю? Вон и халат от молока на груди мокрый. И от найденыша молоком пахнет. Своего ребенка потеряла,
вскармливать своим молоком чужого мальца. Сцеживать-то не очень охота. Это правда. Но, Дронова, у нас и за меньшее нарушение сотрудников немедленно увольняли, а тут... Угу. Все, милая моя, уходи, чтоб я тебя не видела. Ой, здравствуйте. Здрасте. А вы меня знаете? Ну, мы с вами виделись. Да-да-да. Ну и как? Неудобно спрашивать. Нашли? А сюда чего приходили? Работающие. А. Ну, надо надеяться. А как вас зовут? Наталья. Наталья, а если я вам предложу работу у себя дома нянечкой, вы согласитесь? С вашим ребенком? Нет, не с моим. Помните, ну, вам тогда показывали этого мальчика? Помню. Мы решили его усыновить. Вы? Да. И вы сейчас его идете забирать? Нет. Он сейчас в изоляторе, а завтра уже можно будет. Я вам свой телефон оставлю? Конечно. Да? Конечно. И когда вам можно звонить? Вот если вы сегодня позвоните, то я скажу, куда подъехать. Завтра и во сколько. Прямо завтра? Да. Я просто боюсь, что одна с двумя не справлюсь, будет сложно, а муж работает. Спасибо большое. Спасибо. Ну. Дети просто так не пропадают. Он найдется. Спасибо. Звоните. Да. Гоша. О, креветка, заходи. Здравствуйте. Присаживайся. Можно раздеваться. У нас не топят ни хрена. Ну, скажи мне, сколько у тебя еще скелетов в твоем шкафу зарыто? Каких скелетов? Ладно, проехали. Так, значит, по поводу твоей мамы. Ой. Женская колония 17/2, село Пасюки, Дубно 20 км. На, держи. Спасибо большое. Домашняя шифровация, информация открыта. Статья 105, часть 2. Вот тебе убийство двух или более лиц. Одним махом. 15 лет. Ну что, теперь не передумал ехать? И правильно. Как положено. Хоть сутки сидите в гостевой. А так скажите спасибо, что хоть так разрешили. 5 минут. Здравствуйте. Здравствуй. Как же ты меня нашла? Мне помогли.
Ну вот, видишь, какая у тебя мама. Я не знала, что у вас здесь есть комната для свиданий. Да. Только туда пока инспектору не подмажешь, не попадешь. Моргунова! Выросла. Ну, как ты? Как все. Как все. Как все детдомовцы. Детдомовцы? Ты что? Выросла в детдоме? А вы не знали? Нет. Откуда же я могла об этом знать? Да все вы знали. Поэтому ни разу не написали, не поздравили с днем рождения. Даже не спросили, помню ли я, скучаю ли я, простила ли. Я писала тебе. Я тебе писала. Я писала тебе на адрес Полины Андреевны, бабушки твоей. Ты можешь спросить у нее. Я не получила ни одного письма. Этого не может быть. Я писала тебе. А когда я годами не получала ответов, я думала, что вы от меня отказались. Мне бабушка сказала, что моя мать умерла. Я привыкла к мысли, что у меня нет матери. Потом мне говорят, что моя мать жива и что она убийца. Нет! Я тебе все объясню. Я никого не убивала. Спроси у бабушки, она тебе все расскажет, она мне обещала. Моргунова, время закончилось. Латуша, от нотариуса звонили, а я ей не знаю, что сказать. От нотариуса что говорит? Сказал, у них все готово, можем подписывать, что ждут нас и Сильвестра. Ждут. А Бореньки все нет. Давай, давай, бегом, бегом. Открываем дверь, открываем. Вот, здравствуйте, кто к нам пришел. Привет. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Кто к нам пришел? Вот тапочки, пожалуйста. Большое. Будьте как дома. Спасибо. Это сюда Дюша. Видите? Да. А пойдем теперь покажем нашего найденыша, да? Пойдем? Пойдем, пойдем, пойдем. Дюш, пойдем. Дюшенька, пойдем, 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 пойдем. Да, вот сюда. Проходите. Вот он. Это наш найденыш. Вот теперь мы его обязательно вылечим, да? Да? Да. Ну, привыкайте. Обживайтесь. Да, конечно, пойдем готовить еду. Здравствуй, моя лапа. Что? Дядя мой, ну-ка. Что, малыш? Ну что, мой мальчик? Так. Вот так. А, молодец. Что же вы ребенку даже имени не дали? Разговариваем о нем, как о манекене.
Вы понимаете, до суда, оказывается, ничего предпринимать нельзя. Даже имя давать. Вот это наша несусветная глупость. Даже во время войны сироты не оставались без имен. Вы знаете, у нас был аспирант по фамилии Дождь. Дождь? Это потому, что во время бомбежки его вытащили из-под завала уже круглым сиротой и привезли в приют в жуткий ливень. Да. Взяли и назвали, тянуть не стали. Дождь, красиво. Да, вы правы, надо было имя дать. Нехорошо. Вы очень вовремя пришли. Вашего парня нужно срочно везти в Екатеринбург. Екатеринбург? Там практикует профессор Бродников Игорь Николаевич. Угу. Умница необыкновенная, золотые руки. Но брюзга страшный, характер жуткий. И ничего удивительного, если тебя твои же коллеги обвиняют в шарлатанстве. Угу. Я уж не говорю о чиновниках от медицины. Так что он все время обижен, и уговорить его будет архисложно. Ну, уговорю. Спасибо. Желаю удачи. Не таких уговаривали. Юль, привет. Привет. Юль, слушай, давай как-нибудь вечером сходим куда-нибудь вдвоем. Гоша. А что, Гоша? Чего? Вдвоем. Вдвоем? А что, втроем? Хочешь, Андрюшу возьмем? Ему же 2 года всего. Ну да. В ресторан не пустят. Ну, что-нибудь другое придумаем? Ну, придумай. Придумаю. Здрасте, проходите, пожалуйста, садитесь. Я сейчас сообщу о вас нотариусу, и он вас примет. Извините, пожалуйста, вас за... Извините. Пройдите, пожалуйста, в соседний кабинет. Мама! А? Прошу, брат. Благодарю, брат. Брат? Сектанты, что ли? Почему? А по какому вопросу? Женщина дарит квартиру учителю своего сына. Да ладно, нормально. Сильвестров. Спасибо. Ну что, теперь квартира принадлежит брату Сильвестру? Еще нет. Ваш договор должен пройти регистрационную палату. Что? Какую регистрационную палату? Что вы придумываете? Все сделки с недвижимостью проходят обязательную государственную регистрацию. Ваш договор вступит в силу через неделю. Давайте встречаться через неделю. Скажем, по 12 часов устроит? 12. Успокойся, брат Платон.
Господин нотариус знает, что говорит. Не будем спешить. Доверимся ему. Мы придем через неделю. Жду в 12. Доброго здоровья, матушка. Община премного благодарна тебе за твой бескорыстный дар, брат Платон. Я горд, что вся семья будет жить на земле нашей. Да. А с сыном твоим не знаю, что тебе и посоветовать. Не тревожься, брат Сильвестр, я найду его. Боюсь, как бы ты не опоздал и не коснулся мерзкое железо безгрешного тела любимого чада. Потерян будет навсегда, понимаешь? Нет. Нет, я не допущу того, брат. Верю. И ты верь. И гляди, чтобы вера твоя не пошатнулась. Ну и слава земле нашей. Через 7 дней буду. Thank you.